наступлением весны один из самых актуальных вопросов, который мучает горожан, когда же снимать шапку? Когда наступает плюсовая температура или же когда скажет мама? Давайте узнаем. С перелетом птицы, думаю, уже нужно снимать. В мае, наверное, только. Потому что у нас погода неоднозначная. Ну, я так думаю, что для молодых уже, наверное, наступила эта пора давно уже. Но учитывая, что наш возраст, нам еще холодно, мы еще успеем. Второй раз замуж не выходить. Так что можно еще и в шапочке выходить. Когда становится тепло? Я могу снять, просто думаю, неудобно, лысый и белый уже. Я ее не снимаю никогда. Летом я в панамках хожу, а зимой вот в таких теплых шапках. А я считаю, пока на улице сохраняются минусовые температуры, без шапки не обойтись, поэтому она всегда со мной.